В Актобе укладывают асфальт в снег и мороз. Местные водители теперь переживают за качество дорожного полотна. Почему подрядная компания продолжает реконструкцию трассы, невзирая на минусовую температуру, и можно ли зимой класть асфальт? Лейла Уесова изучала технологию ремонта автодорог. 14-15 градусов. В интернет попало видео, снятое водителями в районе 41-го разъезда. Здесь ремонтируют участок обводной трассы, и асфальт кладут прямо на выпавший снег. Чиновники и подрядчик уверяют, что в этом нет ничего страшного, и так сойдет. Но ведь это прямое нарушение технологии, возмущаются автовладельцы. Такая дорога долго не прослужит. Это подтвердили и в местном филиале Национального центра качества дорожных активов. Там подрядчиков предупреждали еще 3 месяца назад. Укладка асфальтобетонных покрытий при температуре окружающей среды ниже нуля недопустима. В сентябре месяце нашим филиалом были оповещены все заказчики и подрядчики, что согласно СНИП автомобильной дороги укладка асфальтобетонных покрытий осуществляется в сухую погоду при температуре окружающей среды выше 5 градусов тепла. В Акимате, между тем, дают свое объяснение происходящему. По словам чиновников, повода для паники нет. Покрытие лишь временное. Весной его снова будут менять. Правда, уже за счет подрядчика. Там уже подготовили основание для дороги из геосетки. Чтобы не потерять эту основу, решили временно уложить покрытие из черного щебня. Весной все уберем, сделаем фрезеровку и застелим новое дорожное покрытие. На эти цели из бюджета выделили 7 миллиардов тенге. После скандального видеоролика ремонтные работы приостановили. Техника стоит, рабочих не видно. К слову, движение на этом участке трассы оживленное. Дорожное покрытие быстро изнашивается. Обновить 14 километров решили еще в 2018 году. Завершить реконструкцию трассы теперь планируют в будущем году. В Актюбинской области за последние 2 года доля автомобильных дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличилась с 53% до 66%. И это хороший показатель, говорят в Акимате. К слову, за указанный период в регионе отремонтировали 1132 километра автомобильных дорог. Лейла Уэсова, Шумарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбинь.